У нас по-прежнему 12? Да. Я это час... Кирилл не пришел. Два часа назад проехал онлайн 4 гонки. Короче, выиграл 3. Одну, блин, третье место, и только из-за штрафа. Третий приехал. Короче, мог быть винрейт за 4 гонки в онлайне 100%. О как. Супер важная инфа, да? Ага. Угу. Такой красивый болид, реально. Сделай сам, круче. Я так и не понял, какой баланс ставить на эту гонку. 3.11. От Игната. 1.11. От меня. Ой, Жень, стой, не мешай! Спалю, не покажу. Дима и Ару тоже ставили. 3.11. Знаешь, самая главная фишка настроек. Самому не знать, какие у тебя настройки. Идеальный план. Ну да. Какой красивый. Потому что не хочешь никому показывать и не палишь их. А чё у меня все прозрачные? Лёш, если я не буду выезжать в квалификации, мне все равно надо делать этот штраф? Ну да. Ну ладно, да, поеду пересеку линию. Пупсик меня приглашает в игру. Если время какое-то покажешь, то нужно 107% попадать. Может не попасть, там 5. Да не, я не буду показывать, я просто линию пересеку. Ещё главное так пересечь, чтобы меня никто не въехал, а то и дадите штраф за выполнение штрафа. Я ж вас знаю. Сейчас выезжай и пересекай. Ну, вот я сейчас и поеду. Пока быстрый круг никто не начал. Кстати, за что тебе дали штраф? За Кирилла. И за Резнова. И за Кирилла. Всё. Кирилл, блин, решил втиснуться, да? Ну, ты наш, он как бы там тоже молодец, конечно. В таком месте атаковать... Ну это да, просто, ну если бы ты хоть чуть попытался оставить место, ну ты вообще его не оставил. Я бы тогда либо во внутреннюю стенку въехал, либо потом меня все равно выкинуло бы на внешнюю. Ну ты просто вот в том-то и суть, ты даже не попытался. Потому что я знал, что будет в итоге, и я надеялся на то, что Кирилл снимет ногу с газа. Кирилл, ну не знаешь. Я думал, что мы с ним найдем взаимопонимание. Вообще, я думал, что это Игнат тогда, потому что я Игната прошел, и после контакта Игнат был за мной. Я думал, что я Игната братанул. Он потом еще мне писал, что это на меня там типа бочки ходишь. А я был так уверен изначально, что это Игнат был, что он пытался меня пройти. Все, я приехал. Сейчас вам скажу, сколько изнашивается процентов на медиуме за один круг. Миша. Где-то процентов 95 будет, наверное. Мне кажется, ли кто-то сегодня с колонками едет? Миша едет с носом. Я вон слышал, что инженер у кого-то там говорит. Вот и колонки работают. Ну это если у Арута только в игре самой. А у Рута Арута микрофон включен? У него на ноутбуке микрофон. Весело. А, что ж с износом-то? Один круг 4%. Ты его быстро ехал. Ну, в обычном темпе. Итого мне этого комплекта еще хватит на 25 кругов. И одну десятую. Неплохо. Для начала хватит. Сколько? 29. С ошибками. О, орут уже все. А сколько в том сезоне у него было? В том сезоне... 87. Да, ну там 790, там что-то такое. Ну да. Эдик, а тебе нужна одна десятка, чтобы войти в топ-3, там, Кирилла сдвинуть. Ну я еще лучше, наверное.
Мне-то, в принципе, можно не выезжать в квалификации в том плане, что я сомневаюсь, что меня кто-то из топ-3 вытеснит. У меня там 28,8 тоже в прошлом сезоне осталось, так что... А Рута мне не обогнать сегодня. Миша, я тебе штраф влеплю, точно. Мне? Чё я сделал? Да так ничего, просто за это может штраф дать. Да, не дадут, я их знаю. Я тебе предупреждение выплюю, точно. Ой, Лёш, да ладно тебе, Миша, как всегда уже у нас... не первый раз. Ну, просто, блин, не наигрался, что ли, на тест-лиге, ладно, но здесь таранить. Да это штраф же игра дает. Лёш, ну, Миша у нас по... Лёша. Того, кого таранит. Чего? Миша у нас по жизни накуренный, а сегодня у него еще и праздник. Вот и надо предупредить. Строгий ты, Лёша. А ты еще чему-то удивляешься. Ну, что ты не делал? Я же ему уже говорил это. Строгий, строгий. Я сегодня пересмотрел подкаст. Понравилось. Как 8 минут только я говорил. 8 минут молчания. Очень интересно было слушать. Я не виноват. Я там рассказывал, распылял. Только было слышно, как я носом сопел. С этой простудой. Сплит такой. Я вырубаю звук, потому что у меня комп шумит слишком сильно. Мне это такое чувство, будто у тебя самолет какой-то в доме гудит еще параллельно. Это Миша дышит там. Короче, надо тут менять микрофон, потому что все жалуются. Да, стеваюсь над тобой. Не, реально мешает. Меня и на старые. Старый случай. Что Софа уже минуту третий сектор едет, куда он подевался? На первых двух ребят есть, а третьем нет. Это кто нам на медленном быстро нашел? А, это Игорь, блин. Почти все в боксах. А, нормально. То есть. Меня поменяет, да, это лучший вариант. У кого еще времени нет? У Канищева. Нару, как всегда, сектора собирает. Лёша только в третьем на равных прошел. Да. А так, в первом секторе 4 десятки, во втором 3. Первый, у него что, 28,4 что ли? 28,7, а у тебя было 28,9. Или сколько там? У тебя 29,1 было. Или это последний круг, я не знаю. Сейчас тебе вообще 48,8. То есть ты уже возвращался. Да блин, ну где Софа? У него и сектора-то хорошие. Он на первом секторе 0,1 проиграл Аруту. На втором 6. Он только что первый поворот прошел. Нормально. А куда его третий сектор делся? У него хорошие сектора были. Срезал, наверное. Да, может и так. А где там в третьем секторе срезать можно? Только последние связки? Да. Да, а где еще, блин? Не знаю, там надо сильно постараться, чтобы там дали срез. Нет, уверен, там не надо даже стараться. Канищев 28,9. Канищев! О, Игнат 29,1. Игнат! У Игната лучше первый сектор. На 3000-ных лучше, чем у Арута. А у меня на 1000-ную хуже, чем у Арута. Брянцев, минута 52. Вот это время. Да, Игорёк хорош. Он из 30, наверное, выйдет. Да где же Софа-то, а? 28,8, 37,7. Сейчас на третьем секторе. Опять потерялся в третьем секторе.
Бермудский треугольник какой-то там, или черная дыра, что у него там? О. Что? Уже не смогу лучше. 29.0. Ну, короче, все нормально. Мой топ-3 устоял. Второе место у меня так и будет. Кто-нибудь Соф увидел на трассе? Где он сейчас? Нет. Воу. Ну, действительно, уже... У него уже две попытки, что два сектора проезжает, причем достаточно неплохо, а потом исчезает куда-то. 5 минут до конца заезда. Он вон Лёшу может вполне сдвинуть. А он вообще теперь боксов. Меня запросто сдвинут все. Я в квалификации не старался ехать. Лёш, что с тобой? Чё? Я в квалификации 29.3 по рекорду. Понимаешь, что мы к пятому повороту уже с тобой вместе будем ехать? При удачных обстоятельствах. Ну что, Брянцев в траву уедет, Иваныч меня культурно пропустит, Канищев тоже с кем-нибудь ошибется. Миша сегодня накуренный. О, а Миша уже тебя обогнал. Вот именно, Миша накуренный, ты его остерегайся. Все, Лёша уже седьмой. Итого между нами будет только Канищев. Не знаю, пидстопы сыграют свою роль. У меня резина свежая. Блин, тут все едут на 2 пидстопа почти. Ну конечно. Ну да. Все это я и ты. И Софа. И Софа, да. Ну, самый отчаянный. Игнату 5 сотых надо снять, чтобы второе место занять. Да, ой, тут... Сергей. 28,9. Да. Неплохо. Я сделал. Нифига себе. Я вышел с 29. Блин, Мерседеса на первом ряду. Чуть-чуть не хватило до Арута. Да, 55 тысяч. У меня 54 отображает. Максиму штраф. Как судье? А чего его не слышно? Он там где-то один сидит? Только что был. И ты не заметил, что это он. Он меня не слушает. А. Я думал, ты сам уже наедине там где-то трансляцию ведешь, там комментируешь. Так, ну давай, Соф. Из боксов выехал. Еще считай одну и еще одну, две. Кто-нибудь сейчас видел Софу, где он сейчас едет? В каком секторе? Он ушел. Блин, Мишут, не надо так говорить. Ты. 3 недели тоже сказал, Дима ушел. В итоге он реально ушел. Так, все, сейчас последняя попытка. Блин! Надо где-то 4. Я уже переживаю за него. А за меня не? Казавка. Ну ты хотя бы здесь. Он вообще пропал без вести. А, ты за него переживаешь. Нормально. Так, Софа, 28.9. Первый сектор закончил. Это у нас заканчивается где? О, мне показалось, здесь. Это его круг. Значит, Софа либо этот. Ну-ка. Да, он этот. А чё он остановился? Он Софа проехал только что. А, это ты его пропускал? Да. Понятно. Я думал, это Софа остановился опять в третьем секторе. Сколько у вас тут, блин, быстро? Всего два. Софа, давай. Шестой, молодец. О, отлично, теперь Лёша восьмой. Я 12-й. А сколько он проехал? Софа, сейчас скажу, 29,5. Блин, тут так все плотно. Сейчас выйду. Опять в одной десятке 3 человека, как в Монако. Опять Миша дышит. Да блин! Миша, не дыши. Задержи дыхание. Противогаз одень. Все громче было. Рассчитайся на быстро. Так, в боксах только Канищев. Значит, он уже не улучшит. А, из-за Рэмбо в боксах. Сергей. Я уже не улучшу больше. Но вдруг. Сектора, конечно, здорово собрал.
А Рот умал, он все равно поехал. Ошибся на втором. А Рот, да. Попытка у него не в черт. Второй сектор на полсекунды хуже личного времени. Еще 15 секунд, я уже на трассе посмотрю за вами. Восемь, Леша. О, лучше первый сектор у Игната. 28,6. Да. Нифига себе. Это... Весь керс выжил, что ли? Сейчас за ним посмотрим. Тут показать. Эй, топливо закончилось, я не понял. Так, Эдик. Вот, вот все. Нет, у Игната, да. Чуть меньше половины осталось. Игнат проехал. Срезал. Срезал. Перестарался. Сейчас Арут улучшит еще. Срезает тоже, да, если он мутит. А, Леша медленно едет. Не срежет. Миша на быстром. Миша залагал. Миша и на быстром? Да. Как ты вообще неправильно проходишь. Я это сразу еще понял. При заходе. Куда он гонит так? На пит-стоп. Кто он меня сейчас обгонял? На питлейн обгонял. У кого топливо закончилось? У меня. Так это ты с колонками сегодня. О, лучше, молодец. Пятый. Мерседес, значит, опять. Все, мое время стояло. Последний. Да, твое время стояло. Нормально, нормально. Чтоб Игнат с Шерафеевым приехали в очках. Ну я уже в топ-3 вхожу. Я Кирилла погнал. Ну, замечательно. Теперь Орута шли к пятому. Времена Мерседеса в тройке в квалификации. Главная задача — обогнать Ника. Орута шлем этого. Или не пропустить. Потас. Сдержать. Или ты мне на крюху еще обогнать. Да я тебя не отпущу никуда. За рубочку. Там между друг другом боритесь. Там уже. Эдик уедет спокойно. Что думаете, я соперников разворачивать не умею? Эдик, а Руту едет. Так. Руту вернулся, все, будет Арут побеждать теперь. Он круче Кирилла едет. На две гонки скал. Так. Грузитесь вы быстрее. Наверное, микрофон вырубаю. Лучше, да. Да, надо бы, да. Это так, ехать. Начало гонки. На самолете как раз держит. Отлично. Я недавно самолет чувствовал 34. Че так нажимают старт быстро? У меня. Да, кто-то рано нажал. Тактики нету даже никакой. Я пидстопы не расставлю. Я тоже еще не успел расставить. Тоже не нажал. Все за фигня. Так, ну, 12-й, 31-й и 52-й. Это вот. Рискнем. Короче, будем действовать по обстановке. Ладненько, поехали. Поехали. Всем удачи, все. Удачи. Да, удачи. Удачи. Да. Слышь, забыл выключить микрофон. Да. Главное, Наруто не вынести. Сейчас опять мне кто-то въедет, мне дадут штраф. Ты последний. Не, ну я же как бы до первого поворота уже кого-нибудь обгонил. Я на это надеюсь. Кто за Игнатом стартует? Бойтесь. Он поздно стартует. У него комп. Я тебе сразу в траву. Игнат за мной. Кстати, Шерафеев за ним. Шерафеев. А он на геймпаде уворачивается очень хорошо на геймпаде. Прям в меня увернет. Мерс, вы чё? Ой-ой-ой, что там? Вышло, да?
так прикольно, Мерседесы первый, второй и Вильямс третий, четвертый. Ну не все так плохо, я уже восьмой. Миша, куда? Ой, Игнат лагает. Вау, Миша. Миша лагает чуть-чуть. Я вообще не понимаю, где он. Сбоку. О, Игнат с Уфой толкаются. Вы где вообще, ребята? Чего вы? Ой, говорите? Боже, что вы. Миша там выбили. Миша залагал и меня влетел. Или ты в него. Я ехал, он меня сбоку нарисовался и отлетел куда-то. Ну, вообще-то я был впереди, ты меня сбил, я для позиции. Блин, что у меня так Игнат лагает? О, Лёш, я тебя уже вижу. Ты за мной. Ой! Боже, что ли. Что там было? Дэгнет лагает страшно просто. Прыгает. Да, черт знает как. Соперник впереди тебя должен выполнить штрафной проезд. У Игната штраф. Ай, контакт. О, ты даже Маруся поделала. Ник, вокруг тебя одни Маруси. Да. Я не знаю, что с ними делать. Держите. Маруси, держите. Вот зачем он их нанял, я понял. Ах ты, Лёша. Да чё, и лагающего посадил. Да-да, лагающего. Рот уже уехал, блин. Серёга, стой, даже не думай. Ну, не думаю уже. Что ты делаешь, смотри, на что? Ну, еду. Ты должен с Ником был бороться. Конечно. А я уезжать. Ник позади едет. Куда там уже Сергей поехал? Да я понял, тормози. Ой, ой, видите, тебя сейчас заносит, занесло. Да. Я все видел. Че ты видел, своего занесло на меня? Контакт ваш видел. Серег, держи его. Кого? Ника? Ага. Я знаю, ты это сделаешь. Не-а. Да, даже место просто плать свое. Ну ладно. Он все равно меня не пройдет, по крайней мере без борьбы точно. Черт, я уже пятый. Ладно. Называется «Рот с возвращением». А второй кто, Эдик? Да. Просто трасса такая. После Монако. Черт. Быстрее. Соперник опережает тебя менее чем на секунду. Попробуй обойти его с помощью ДРС. Ой, сейчас он ДРС же открывается. Леш, у тебя же ДРС нету, да? Нет. А у тебя есть, что ли? Конечно. Эдик, ты тормози. Я ору-то хочу догнать.
помоги мне отъехать от них. Ты приклеился, не отстань. Видите, сегодня как же Стима бороться второй. О, Арут еще недалеко уехал. Чуть меньше 2 секунд. И вот почти тоже. Макс, за нами с Лешей можешь не следить, но все равно оба записываем. Да я поэтому это заклизу потихонечку. За Софу смотри. А Софа какой сейчас? Ну, смотри. Плохо. Тут борьба везде. Ну, трасса такая. А Рот официально едет за Мерседес или просто болит? Еще неизвестно. Надеется. Надеется Серега. Надеется Серега, да, я прикольно. Софа седьмая. Леша Шарафиев, ты живой, я на джойстике. Они подъезжают все. Ой-ой-ой. Маруси лагает больше всех. Согласен. Второй передачи прошел, ну как так? Рано еще на второй. И улучшим. Да игры как непонятно, даже всегда все. Сейчас образовались парочки. Чистый обгон. Серега ошибся. Серега ошибся. Борьба за седьмое место. Жулик обогащенный включал. Конечно. Чертов слепстрим. А Чулюш, тебя обошли? Ну, обогащенные. Ну, пошли продали. Понятно. Так я и не рассчитывал бороться и держать так уж долго. Зачем? Мне беречь резину важнее. Надо эту стопу. Если получится. Вот опять вот как это? У тебя одна десятка. Лёш, твоя команда 11-12 мест. Ой, вообще, какая-то антикоманда вообще, все, блядь.
Вы из-за борьбы их отпускаете. Логично, поэтому я и не борюсь. Это сильнее Сергей, Миша. Я знаю. Там позади все отстают. И ошибаются синхронно. Я рад передать их еще. Ну если хоть один сейчас проехал, ну сейчас догнал бы и побегал. Вот уже Софт вот догнал. Дальше. Сережа будет шанс уехать, если Софт подумает. Что Рук медленно едет. Вон, Эдик к нему подъезжает. Уж параллельно работает. Дипломную пишет. Такой одной рукой ролит, а другой набирает. Вон, Эдик уже сейчас будет проходить. А чё ладно, его проходить, я лучше на хвосте полюшу. А, меня подождёшь, ну ладно. Слипстрим будет мешать держаться за ним. Ещё конец. Ну он пропустил сам так. Я не узнаю ворота. Ну, в смысле, не особо пропускал, да? Не особо старался обороняться. Да. Ну это типа мышь. Значит, ворота настройки больше идут на квалификации, нежели на гонку. Ну, то есть в конце гонки у него машина заработает, когда баки опустеют. Коробка длинная. Да, кстати, у него очень длинная. Чё, будет контратака, да? Ну, чуть вытолкнул. Ой-ой-ой, какая тут борьба прикольная. Впереди, похоже, достаточно топлива. Ну их нафиг всем будут. Я только теряю. Я и говорю, нет, все правильно, тут же они что-то сделали, извините, на это. Ну нафиг, теряй. Ну конечно, Леша уезжает. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, под Марусей вместе с Эрдулом заехали на пит-стоп. Друг друга что? Да, ну синхрон, нет, они вдвоем вписывались прям. Рутор заехал. Да, дописывались. Секунду. Как Слипстрим, так на седьмую передачу чуть не вышел. Я на седьмой сейчас проходил. Я и заметил. Да, все здесь. Ну все, резина. А у меня резина еще нормальная. Я-то квалификации не ездил. Поезди, поехать хочешь что ли? Что? На два хочешь поехать? Я уже думаю об этом. Эдик, ты сейчас? Да, я сейчас заезжаю. Заехал. Да, ребята. 35,2. Неплохо еще. Походу будет здесь надо стартовать последним, чтобы не как первым. Прежде резинка. Ты больше держишься. Миша, ты третий. А Рут где сейчас? Что скажу? На восьмом, сейчас обгонит. Ой, я обогнал. Я так он обогнал, да. Мы опережаем соперника на 3 секунды. 3 секунды. 3 секунды. Не могу вообще опять вырваться из беременности. А он что, он на мягких шинах орут? По-моему, белые, да. Это вообще непонятно.
Ну потом два жестких. Он решил сейчас типа уехать. Да. Ну, видимо, потому что бороться здесь хуже, чем. Что сейчас? На 12 надо бежать. Так, лучшие круги у нас у Ника 34.8. Игнат лучше. У Игната 34.7. 4.7, да. Шерафих 34.2. Кто там за мной едет? Лёш, только давай ты не будешь меня сейчас держать. Лёша, блин, не надо. Не судьба. Не судьба. Ну что, не сработал? Сработал. Чуть подержали. Аэророт сейчас первый будет. Ну да. Рута быстро резина исчерпает свой потенциал. Да он сейчас уедет, он сделает пит-стоп, а вы будете еще за ним. У него будет уже новый свет, резина жесткая. Не-не, он не сможет так сильно уехать. Максим, я попробую тебя удивить в конце гонки еще. Мне кажется, забыл, что это орёт. Да, поэтому сейчас он сломает крыло и сойдет. Нет, у него такого никогда не было, он вылетел из-за интернета. И он постоянно лагал, сейчас лагов я не вижу. Его бы что-то убивал. Теперь в Испанию убил его я. Шерафеев, похоже, тоже на мягкой резине. Шерафеев в борьбе, а Рут один. Вы еще бороться еще тут что будете? Все, все в одиночестве. Странно, 0,7 ДРС не дали. Вылетит ли кто-нибудь с интернета? А первый ты брянцев? Ну, он здесь нормально едет. Софа второй. Ну, они на жестко. Софа мягкая. А, ну это Софа. Весь наплывет. Похоже, впереди идущий гонщик старается оторваться. Он идет на предельных оборотах. Да, я поехал. Эдик, на обогащенке едешь? Ну, я сейчас на секунду включил. А, напрямую. Мне и сказали. Хм. Когда заезжаешь ты пит-стоп, даже если ты, допустим, второй, и заезжаешь, тебе будет показывать, что ты первый, а так ты раньше слишком чуть-чуть не переедешь, можно этому выглядеть можно. Не получилось. Но красиво было. Попытка с перекрещиванием. Там Миша перед тобой. Эдик.
Сейчас Лёша вас должен догнать. Не должен. Да сейчас обгоним и все. Я не говорю, что Лёша, ты это не сделаешь, ты должен догнать, но я понимаю, что ты не сможешь. Ну так ты уже догоняешь, не в трафике еду. Не в трафике, мы в борьбе между собой. Народ-то поддержит чуть-чуть. Сколько до Арута? 6. Ты идешь на медленной резине, но при этом не отстаешь от начальника, молодец. На один эпизод будет. У тебя руки чистые. Прям с пистоп. Что, надо так войти, чтобы место оставить. Чё-то это, короче, надолго задаешься. Зато красиво. Продолжать. Во, Лёш, будет потом что посмотреть. Не смогу, не смогу. Ты же тоже записываешь? Ну да. Там, знаешь, так вот промо-ролик там экран на две половины разделить и с твоей, с моей камеры смотреть одновременно. Видео смонтировать. О, блин, а.